перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мы с поездом идем в Москву на запись треков Гаморы. Три трека бахнем за 2-3 дня. Где-то с 15 апреля начнется очень плотно до конца года. Каждые 3 недели, 2-3 недели будет выходить трек. Трек от Гаморы. Будет выходить треки местные, Даром Добро. Ну и, наверное, 5-8 сольников где-то до конца года я успею сделать. Так что ждите, музыки будет очень много. Выпустил кофты. Все ссылки указаны. Переходите, смотрите. Покупайте. Есть уже очень много. Точнее, кофты осталось мало. Ксюша, привет. Паша, помаши, Ксюша. Холодный день в этом месяце, я очень надеюсь. Я думаю, 100% будет в этом месяце, потому что некогда ждать уже долго. Проблемы... Сейчас не так просто выпускают треки, как обычно. Это просто должно. Скоро будет, в этом месяце все начнем уже. Внимание! Пассажиры поезда 9-го, Самара-Москва. Войдите в вагоны. Ваш поезд отправится на 3-й платформы 4-го пути. Нет? Ну и ништяк. Короче, в общем итоге, да, ждите, треков будет очень много. Где-то примерно от Гаморы в этом году еще выйдет 15 треков. От местного треков 7. Саня будет делать, Рома будет делать. Все делаем, будет треков вообще очень много. Проводник у вас хороший. Сам ты нахуй накурил. Так что чай у вас будет всегда горячий. Поезд. Ты говоришь, накуренный какой-то, олень пишет. Чё пишет? Накуренный, говорит. Да, фирменный поезд, отличный. Нам тут нравится. Нам тут очень нравится, нам разносят штакеты каждые полчаса. В Москву мы едем. Не видно, да ни хрена, по-моему. Да нет, видно. Знаешь, тут все тихонечко. Это вагоны новые, это не старые. Киру тоже привет. Большой, что это такое за вопросики. Мощно, да? Че местный, че я здесь? Здесь местный. Здесь все люди курят. Где круто, да? Фитов не будет много. Осталось с Ромой холодный день и еще два. Ну, мы, естественно, напишем что-то еще в этом году 100%. То есть с Ромой еще выйдет. Гамора очень плотно будет работать это время все. Ну и мои тоже сольники выйдут 100%. Сейчас только осталось чуть-чуть, там просто с дистрибьюторами такие небольшие. Как только мы пропишем по документам все треки, сейчас же все, типа, мы не можем быть самозанятыми, мы теперь все почему-то, типа, бизнесмены, хотя делаем музыку. Поэтому сейчас мы отрясем последние моменты вот с дистрибьюцией и все, и треки польются просто сутками. Просто каждый, наверное, в неделю-полторы будет выходить 100% какой-то трек. Очень много выйдет, до конца года будет очень много музыки. Тур по городам не знаем, но пока нам не до этого. Но пока, короче, дома. Пока попишем песни. Тур будет, может быть, но позже, пока не сейчас. Олег, тоже привет. Женя не в Самаре, а вообще в Сызрани мы стоим. Мы едем в Москву. Та-та-та-та-та-та-та. Полтаве тоже привет.
такое название сигарет. Кент. Ты не знаю. Не ищи меня, тоже выйдет чуть позже. Всем привет. От меня, я думаю, в начале следующего месяца. Холодный день в конце этого месяца. Треки Гаморы в ближайшие 15-го. Внимание, пассажиры. Продолжается посадка на скорый поезд 65-й, 66-й. Всем большой привет. Всем пока-пока. Состав поезда находится у третьей платформы на третьем пути. Выход к поезду... смотреть фильмы и ложиться спать. Не знаю, сейчас скажем. Все, давайте, всем пока.